Когда едешь на пленэр, работаешь каждый день по несколько этюдов, пишешь, то остается всегда много красок. Но это не все, я уже частично их использовал. В общем, я их не выкидываю. Ну, вот беру вот такие тюбики, потом уже все как бы практически выдавлены, но на самом деле нет. Вот. Что я делаю? Ну, на примере одного тюбика какого-нибудь. Немножко так надо открутить, чтобы воздух выходил. Вот так вот. Закручить, чуть-чуть открутили. Вот так надо распрямить. И вот так растянуть надо. О, вот так. Потом надо сделать такую круглую. Можно скалку использовать простую. Вот такая-то дощечка. Дощечка для всего нужна. Когда ты руками катаешь, чтобы пальцы проходили свободно. И вот так прокатываешь. Просто вот так становишься. И вот так вот прокатываешь. И краска вся собирается вперед. Потом вот так вот. Еще раз. Вот. Я не буду все делать, только на примере одного. Потом берем ножницы, отрезаем попку. Я так называю. Смотрим, где более ровнее сторона. И отрезаем боковую часть по краю. Ну, можно даже желательно до самого, вот до самого корня, вот до этого. Вот так вот. Потом берем, надо какую-то такую тонкую кисточку, чтобы щетина была маленькая. Разворачиваем. Вот. Ну, тут надо прикладывать некоторые физические усилия. Мужчина это не проблема. Если девушка, то можно плоскогубцами. И вот так вам надо вот оторвать. Вот. Ну, конечно, пачкаешься. И вот видите, сколько краски здесь? Очень много краски. Сейчас посмотрим. Вот он берет. В общем, вот я тут начал уже выдавливать. Видите, сколько желтого? Это у меня из двух тюбиков. Вот. Даже из одного большого. Из одного большого тюбика получилось вот, вот без этой, если. Вот так целая гора. Вот из одного большого тюбика вот столько белила получилось. Вот. Вот. Ну, берем синий. Вот смотрите сейчас, сколько это синий здесь. Вот, понимаете, это хватит на целый небольшой этюд. Ультрамарин темный. И вот мы отсюда все достаем аккуратно. Вот. И сюда складываем. Вот поэтому должна нужна кисточка, щетина с коротким ворсом, чтобы краску. Если тюбик большой, я еще прохожу вот таким образом мастихином, то есть как бы снимаю. Ну так об край и сюда. Вот вся технология. Вот. Придумал ее сам. Хотя многие, наверное, этим тоже пользуются.